Благотворительные вещевые центры открылись в Чебоксарах, в торговых центрах «Дом мод», «Питер» и на улице «Энтузиастов 21». В отделах есть все необходимое – верхняя одежда, повседневные вещи для взрослых и детей, обувь. Все нуждающиеся могут просто прийти и взять их, а все неравнодушные – принести одежду в хорошем состоянии. Это проект волонтерского центра «Чебоксар», получивший поддержку фонда президентских грантов. Подробнее о работе благотворительных центров расскажет Наталья Егорова. С виду отдел не сильно отличается от ряда других в торговом центре. Та же раскладка вещей, только нет ценников и броского названия. Серебряный волонтер Любовь Васильева говорит, сначала люди заходили и спрашивали, сколько стоит та или иная вещь. И удивлялись, что их можно забрать совершенно бесплатно. Любовь Владимировна в рядах добровольцев уже 11 лет. Начинала с кормления на улицах нуждающихся горячей едой. И сейчас это дело не бросает, отвозит туда теперь еще и одежду. Я отвожу вещи вот на уличное кормление, где Шупашкар. Вторник, суббота, там кормление в 11-12 часов дня. Они же не могут сюда приходить, эти люди. У них даже денег нет на дорогу. Я ношу им вещи туда. Вот люди привозят сюда вещи, а я дальше отношу. Вот. В Дом милосердия тоже на проспект 9 пятилетки. Проект по открытию благотворительных вещевых центров городской администрации предложил волонтерский центр «Чебоксар». Идея получила поддержку фонда президентских грантов. На выделенные средства уже открыты три отдела – в Дом мод, в торговом центре «Питер» и на улице «Энтузиастов 21», помещение 9. Мы видим, что молодежь города Чебоксар активно занимается реализацией социально значимых проектов, потому что важно, да, понимать, что эта инициатива была самих ребят. Они активно занимаются реализацией этого проекта, привлекая сюда серебряных волонтеров. И достаточно большое количество горожан пользуются услугами данного центра. За один раз можно взять любые три вещи, а принести в неограниченном количестве. Они предназначены для малоимущих и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принимается одежда только чистая, в хорошем состоянии. Важно понимать, что после того, как они сдают свои вещи, мы эти вещи обрабатываем в химчистке, поэтому их не страшно брать, и все желающие могут взять их, не заполнив небольшую анкету. Люди уже активно приносят сюда свои вещи. Многие узнали об открытии вещевых центров от знакомых через соцсети. Как-то решила помочь, потому что у нас, ну, у меня есть очень много вещей, которые уже, ну, буквально полгода поносились там и больше не одеваются из-за того, что, ну, разонравились, еще что-то. Вот, принесли очень много, так же, как и зимних, теплых, так же и летних вещей, потому что сейчас уже лето скоро. Волонтерский центр планирует и дальше развивать свою успешную идею, открывая новые благотворительные вещевые отделы. Причем появятся они, возможно, не только в Чебоксарах, но и в других ближайших городах. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести, Чувашия.